Ваша карта заблокирована. Именно с этой фразы чаще всего начинают общение мошенники. Пока человек испытывает первичный шок, аферисты выпытывают банковские данные и снимают деньги со счетов доверчивых граждан. Именно в такую ситуацию попала Эльвира Николаевна. После общения с липовыми сотрудниками банка с ее карточек пропала крупная сумма денег. Сегодня она пришла на встречу с другими пенсионерами, чтобы рассказать свою историю. Они мне со второй карточки сняли деньги. И с одной, и с другой сняли деньги. Сняли с меня 93 тысячи. Уловки мошенников каждый раз становятся все более изощренными. Аферисты научились подделывать телефонные номера, и теперь вычислить их намного сложнее. В результате использования данной технологии на экране абонента высвечивается не номер звонящего, а иной номер, например, банка или дежурной части отдела полиции. Уважаемые граждане, помните, сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа. Если по телефону вас просят назвать банковские данные или убеждают о необходимости перевести деньги на другой счет, немедленно положите трубку и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на карте. Скорее всего, вам звонили мошенники.